вы нас приняли. Было это очень здорово. Я для себя открыл большую любовь к вашу, как вы друг к другу относитесь, каким вниманием вы его окружали, как вы всегда были заботливы, не только как врач, но и как добрый сподвижник, супруга его, который столько лет вместе с ним. Вы знаете, вы будете для нас всех большим примером того, какой должна быть еврейская женщина Ешет Хаим. Дорахмат Кунушелу Тола.